Всех приветствую. Меня зовут Алексей Кузнецов. Как обычно, краткий обзор ситуации на финансовом рынке. И, как обычно, у меня к вам просьба, если все хорошо, пожалуйста, поставьте плюсы в чате, чтобы я смог начать уже спокойно, понимая, что вы меня видите и слышите хорошо. Спасибо. В общем, ситуация довольно интересная, потому что вчера еврофранк вышел из бокового, вернее, сегодня еврофранк вышел из бокового диапазона, вчера он тут болтался. Вот смотрите, образовал внутри этого диапазона, вчера как раз рассматривали в часовом формате восходящий треугольник, но, к сожалению, смотрите, одной свечой 10-часовой сегодня. Вот, ну, на рынке уже просто, скажем, довольно такая нервная ситуация. По всей видимости, уже многие ждут, вас ждут, пока ну хоть что-нибудь будет происходить. Люди нервничают, и вот эта нервозность, она отражается, конечно же, вот на движениях. Но мы видим, что четко совершенно отработала фигура, но, вот, смотрите, даже в часовом, даже в 30-минутном формате, видите, уже там входить по большому счету было поздно, потому что очень сильно цена пролетела сразу одним движением. В 15 минутке единственное только это можно было там сделать, но, понимаете, фигуры не 15-минутного формата, поэтому заходить с 15 минут здесь было крайне опасно, потому что 15-минутка-то она пробила, она могла вернуться запросто, а в часе, в часовом формате здесь оставить тень. Поэтому, в принципе, здесь фигура часового формата. И коли так, значит, нам нужно ждать сигнал пробития в этом же формате. Но видите, в данном случае все пролетело и так. Но вот если посмотреть на ближайшую перспективу, я говорил о том, что выход из зоны консолидации 70-пунктовой в какую-то зону, то эти же 70 пунктов цена может пройти. Вот, то вот смотрите. Сейчас цена вышла из этой зоны. Может быть некоторая коррекция. Вот, может ее, конечно, и не быть, но вот я думаю, что цену мы увидим на уровне 1.08. Тут ведь еще и уровень есть, в принципе. Вот он, этот уровень. И я так полагаю, что уже вот эта фаза, она прошла, и мы немножко увидим, что евро чуть-чуть припадет по отношению к швейцарскому франку. Вот. Ну вот, единственное, вот видите, к сожалению, было очень резкое такое движение. Профит отработал. После отработки профита может, говорю, быть какое-то коррекционное обратное движение, и нужно будет заходить, пытаться зайти именно от коррекции. Это самое будет интересное, самое надежное. Пробитый уровень 1.0876. Вот. И где-то вот может быть при таком раскладе, если к этому уровню цена вернется и потом от него пойдет вниз, вот тут может быть самое выгодное будет его продавать. Так что надо смотреть за тем, как будет это происходить. Евро-доллар, ну, продолжал идти вверх, образовал двойную вершину тут за ночь. Немножко еще обновил максимум, но тем не менее не пробил вчерашний уровень 1.1488. Вот. И, смотрите, одной свечой мощно опять же жахнул вниз и отработал вот эту маленькую фигуру двойная вершина. Опять же одной свечой. Ну, увы и ах. Ну, никак здесь зайти на данную формацию было нельзя. Это тоже часового формата, эта фигура, двойная вершина. И вот единственное, чем сейчас можно еще попробовать, что здесь сделать, это, ну, если мы говорим о развороте всей этой восходящей тенденции, то нужно, конечно же, ждать пробития вот этой трендовой линии, которая уже существует. Вот она, эта трендовая линия, и пробитие аллигатора. Когда будет пробит аллигатор и трендовые линии, вот тут уже надо ждать какого-то отката и заходить также от отката. Будет это сегодня или будет это завтра, сказать не могу, но вот такое движение вполне даже я допускаю. Может быть даже вот такое движение и потом так вот куда-то вниз. Может быть вот такой вот расклад. Здесь может даже возникнуть в 4-часовом формате. А фигура голова и плечи, почему бы, собственно, и нету. Ну, посмотрим, как будет проходить вот это все пробитие. Сейчас говорить о чем-то, в общем-то, достаточно рано.
Может быть, еще некоторые движения вверх с обновлением даже вот этого максимума. Такое тоже я допускаю, потому что, видите, формат волны более крупный, в нем еще ничего не произошло. А вот в более мелком, вот этих, видите, мелкие такие подволны, скорее даже 30-минутного формата, вот такие подволны, ну или мелкого часового, вот здесь все еще как бы развернулось, да, ну вот цель достигнута, и это еще не говорит о развороте всей тенденции. О развороте тенденции будет говорить только пробитие трендовой линии, пробитие аллигатора, какой-то возврат, разворот отсюда и движение вниз. Поэтому здесь сейчас тоже ожидания, и вот все возможные торговые ситуации, к сожалению, их нельзя было отработать, они сегодня здесь, по крайней мере, прошли. Британский фунт. По нему вчера было какое-то совершенно удивительное движение. Я уж подумал, что из Соединенных Штатов столицы переезжает теперь в Великобританию и будет, значит, базироваться в Лондоне. Потому что вчера британский фунт, он просто лидировал среди всех. Он просто взлетел, как будто, я не знаю там, что у него было. С чем связан такой энтузиазм дикий по отношению к фунту. И, ну, в общем, забавно, конечно. Он вчера махнул так, что, в общем-то, совершенно это было неожиданно. После такого мощного движения вниз, которое более походило на импульс, на возвратный, потом все начиналось как коррекционная волна, и вдруг все это дело превратилось в сверхмощный импульс, который там за день прошел более 200 пунктов. Здесь буквально с ничего. Ну вот, это не ожидали очень многие, в том числе не ожидал такого поворота событий и я. Сейчас, конечно, цена тормозится. Вчера, смотрите, в контекст вот сразу после семинара, правда, только в 15-минутном формате, возник целый ряд фигур, которые можно было трактовать по-разному. Смотрите, с одной стороны, это был, вот я серым пометил, это был горизонтальный флаг, который пробился, да, вверх. С другой стороны, здесь был после древка расширяющийся треугольник, вот я его влево так вот пометил. И после того, как пробился флаг и пробился треугольник, вот в контексте вот этого всего возник еще и восходящий треугольник. Вот он. И по нему вот трендовая линия такая же возникла. Вот. И вот это все, вот такую всю конструкцию, фактически, ну вот мы видим, как она отработала. Отработала все великолепно. Но вот если смотреть на графики, видите, вот здесь был, как раз вот это все возникло перед уровнем. И когда возникает вот такая вот мелкая конструкция перед уровнем аж там 4-часового формата, если даже не сказать дневного формата, ну нет, не дневного, 4-часового формата уровень, но, извините, 15-минутный там флаг, возникший прям очень близко от 4-часового уровня, он запросто мог и не отработать. Ну вот вчерашний какой-то дикий энтузиазм привел к тому, что все великолепно отработало, и более того, цена пошла еще дальше, и вот по-прежнему еще никак не успокоится, хотя уже, видите, тормозится, уже тени длинные вниз рисует, вверх, вернее, рисует. Но как бы не исключена возможность, то есть уровень 1.55 практически достигнут, ну не практически, а сколько, ну 55 вот точно прям достигнут уровень. И что будет дальше, то ли цена будет от него корректироваться, то ли она еще немножко... Все-таки, знаете, я заметил, что фунт, он любит за круглые числа заходить на 15-18 пунктов. Бывает даже на 21-22 пункта. И я не исключаю возможность, что будет 1.55, например, 18 или 1.55-22, и уже оттуда произойдет разворот. Давайте посмотрим, что у нас по уровням Фибоначчи. Эту ситуацию как-то разложим. Что здесь будет. Видите, до уровня 7.64 цена пока не дошла. Но здесь достаточно, в общем-то, возможности затормозить, потому что, видите, вот здесь уровни находятся. И цена как раз их, эти уровни, достигла. Ну вот, Фибоначчи не достигла. И не знаю, дойдет или не дойдет. Уровень Фибоначчи как раз 1.55.25. Вот я не исключаю возможности того, что цена все-таки двинется туда, вот 1.55-25 где-то, и уже оттуда может запросто махнуть вниз. Ну, такой импульс прям мощный, конечно. Я думаю, что какая-то коррекция все равно должна наступить на этом протяжении, потому что уже цена прям за сутки прошла прям больше, скажем, превысила, скажем, среднедневную волатильность значительно.
Бывает такое, но обычно на каких-то уж там более серьезных новостях. А вчера не сказать, что что-то такое было, чтобы вызвало такой дикий энтузиазм по британскому фунту. Но тем не менее, видим, что вот факт есть факт. Сейчас можно будет посмотреть, как цена себя здесь ведет, поискать какого-то возможности коррекции, и вот к пробитому уровню, в принципе, цена вполне может сходить. Вот. Сейчас пока здесь никаких разворотных формаций я не вижу. Могут они возникнуть, могут нет, но вот цена вполне может припасть до уровня где-нибудь 1.53.83, или да, хотя бы до уровня 1.54. Вот куда-то в этот район. Не исключена такая возможность. Поэтому я здесь жду, пока вот вследствие вот такого вот торможения, какого-то перестроения жду и, возможно, разворота. Но разворот пока, я думаю, что недолгого, не длительного. Доллар-франк. Все-таки это треугольник, который мы с вами рисовали, и в который уже что-то и не сильно верилось. Все-таки вчерашним движением он отработал. Ну, конечно, движение было не как по британскому фунту, да? Оно было намного более мощным по британскому фунту. Здесь все было поспокойнее, но вот, как видите, конфигурация полностью отработала. Вот поэтому я говорю, что вот те вещи, которые вот мы с вами рисуем, несмотря на все сомнения, которые порой возникают по этому поводу, тем не менее, видите, как они работают хорошо. Пока по движению цены, видите, никаких дивергенций нету в четырехчасовике, поэтому падение, так думаю, продолжится. Куда? Вопрос. Куда может продолжиться? Вот так. Смотрите, уровень 61,8. И... не знаю, ну, может быть, вот к уровню 76.4, но тут, понимаете, тут дивергенции не хватает. Очень не хватает дивергенции. Может быть, какой-то еще откат коррекционный, потом продолжение движения, потому что пока ничего, что говорило бы о возможном откате, здесь пока еще нет. То есть я думаю, что здесь тоже будет пока продолжение вниз. Хотя вот какой-то местный откат, опять же, небольшой, к этому пробитому уровню, вот этот уровень, я думаю, что вполне... сегодня где-то может вполне и образоваться. Так что вот смотрим за тем, что происходит. В часовом формате зона консолидации. Вот. Чего здесь еще такого есть интересного? Пока ничего интересного здесь нету. Я думаю, что вот зона консолидации, которая образовалась, если она будет пробита, вот как раз на эту зону консолидации вверх цена вполне может уйти. Вот. Ну вот это как раз совпадает с ожиданиями вот по коррекции. Я думаю, что именно так примерно и может произойти. Доллар японская иена. Смотрите, все-таки вышла из бокового диапазона и двинулась вниз. Вниз она прошла достаточно много уже вчера и сегодня. Сегодня, видите, такое было жесткое тоже падение. Вот. И с чем все это связано, пока тоже сказать трудно. Вот. Ну, как, в общем-то, ожидали, что генеральным все-таки направлением остается направление вниз по доллару японской иене. Так все и произошло. Вот я думаю, что после такого движения стоит поискать какой-то коррекции также и уже от коррекции продавать данную пару. То есть пока тоже мы видим, что этой коррекции здесь нет, но вполне подождать ее может. Тут есть там целый ряд уровней, к которым цена может откатить, и вот уже от них что-то можно поискать. Австралийский доллар. Смотрите, это как я его ожидал вчера вниз, но тем не менее ничего вниз тут не произошло. Вчера цена пошла вверх и достаточно резво. В общем, неожиданный достаточно был вчера день для меня. В направлении, в плане вот этого направления, поэтому здесь ничего сделать было нельзя с данной парой. Вот. Все, в принципе, складывалось-то как коррекция вначале, но в итоге, видите, вылилось в очень глубокую коррекцию. Сейчас, после большого роста импульса вниз, я так думаю, что очень возможно все-таки сегодня, вот учитывая динамику ценовую, ведь уже есть дивергенция хоть какая-то, хоть на 30-минутке. Вот уже возможно
Нет, так не получается. Вот разве что в часовом формате возможно образование фигуры двойная вершина. Вот. И после пробития уровня 0,7304 так, сейчас я тут лишние линии уберу. Ну как лишние? Тут канал нарисован. Канал, двойной канал. То есть, понимаете, может быть, что цена может уйти немножко, обновить минимум и уже потом двинуться вверх. То есть какая-то коррекция тут более ощутимая, вполне закономерна. Не факт, конечно, но очень может быть. Надо смотреть за тем, как все будет происходить. То есть пока я здесь, пока я только предполагаю, что может быть движение вниз, по крайней мере двойная вершина вниз вполне может отработать, может уж не такое движение будет, как я нарисовал, но по крайней мере хотя бы вот на диапазон 45 пунктов вполне может цена уйти вниз, если пробьется нижняя граница вот этого серого диапазона. Если цена уйдет опять вверх, ну значит вверх, тогда уже при пробитии вот этого максимума здесь только однозначно будет восходящее движение. Тут мы отстраиваем в таком случае двойной канал по вот этому движению. И вот уровень 0,7661, вот он уже как раз нам улыбнется, я так думаю. Вот. То есть пока я жду пробития вниз, но если оно не произойдет, а будет движение вверх опять мощное и пробитие максимума 0,7381, тогда уже вверх. Новозеландский доллар, но он совершенно безапелляционно двинулся вверх вчера. Вот если австралиец еще там как-то корректировался, потом вроде вырвался вверх, то новозеландский доллар почему-то очень-очень агрессивно стал расти. И ускорился, и еще, как говорится, ускорился как следует. Поэтому, видите, ну тут я думаю, что в плане волнового анализа, я думаю, примерно как-то так это выглядит. Первая, вторая, удлиненная третья, четвертая простая такая вот. И вот сейчас идет как раз пятая волна. Вот, может быть, как раз здесь, то есть классически все. И даже по индикаторам все как будто бы получается. Я жду, что сегодня будет торможение по ходу вот этого движения восходящего. И уже какая-то коррекция в данной паре. То есть вполне такое возможно. Я так думаю, что где-то надо только ждать, как это будет происходить. Ведь движение достаточно мощное. И я так все-таки... Давайте построим линию тренда здесь. Тем более, что она четко довольно просматривается здесь. Смотрите, видите, раз, два, три точки касания. Ее пробитие будет означать движение вниз. Вот тут надо будет уже как раз ловить сигнал на разворот. Тем более, что, видите, тут уже и дивергенции вроде как есть. Но потом они вроде вот эти мелкие сломались. Ну вот уже, вот прям уже может наступить разворот. Поэтому будьте внимательны, в новозеландском долларе вполне может быть разворот вниз. Канадский доллар отрисовал все-таки вчера такую интересную штуку. Я думал, что здесь будет, вот видите, раз, два, три, четыре точки и выход сюда, но видите, не получилось вот этого, и фактически треугольника здесь не образовалось. Вот. Что есть сейчас? Цена по-прежнему, стоимость доллара падает, стоимость канадского доллара растет. И в этой связи сейчас надо посмотреть, что здесь. У нас уже близки уровни, вот, уровни недельного формата, мартовские. И вот к ним цена уже прям вот-вот-вот приблизится. Тут до них осталось совсем немного. Я думаю, что они будут сегодня достигнуты. Тут 40 пунктов осталось всего до этого уровня. То есть 1.2835. Вот этот уровень, вот, я думаю, что он вполне будет достижим. Сейчас я его помечу.
И вот от него уже, от этого уровня, может быть, можно будет поискать какого-то отката. Потому что сейчас на него входить как-то в контексте такого движения, ну, можно. Можно, потому что, видите, донышко было пробито. И здесь, в принципе, на пробитие вот как раз до 1.2833 вполне можно войти. Вот. Сейчас я его помечу тоже. Вот до этого значения, до 1.2833, дальше надо искать какого-то разворота. Что все равно не может быть совершенно безоткатных каких-то движений. Откаты бывают, и вот эти откаты, они нам могут сообщить как раз о том, что здесь может получиться сигнал какой-то на покупку. Я думаю, что не вот долгий какой, но тем не менее, хотя бы на какой-то откат можно будет здесь попытаться зайти. Ну, в общем-то, достаточно неожиданно вчера цена себя повела, и я вот тоже с МТ смотрел, особенно на британский фунт, смотрел, удивился. И на новозеландский доллар тоже. Взял просто вот так, одним движением взял и махнул. Махнул, не глядя. Ну, бывает, бывает. Что же тут сделаешь? Ладно, тогда, вот, ну вот, что касается нефти. Нефть немного дешевеет по-прежнему, но уже не так агрессивно, как до этого. То есть опять вошла в зону, ну, сравнительно комфортных значений. 48-49 долларов за баррель. Золото стоит пока в боковике. Вчера рвануло вверх еще. Вот, но стоит в боковике. То есть я думаю, что вот этот уровень все-таки будет, не будет преодолен, цена от него пойдет вниз. Но, как видите, ничего не помешало цене двигаться дальше вверх. И вот смотрите, вот этот треугольник, который тут рисовал, все-таки от него, видите, без откатов пока. Ну, то есть в перспективе ближайшей по золоту мы можем вот следующий уровень увидеть. Сейчас я покажу, какой. 1213 долларов за одну тройскую унцию. Вот в этом значении вполне могут быть цены. Но это не значит, что одним движением цена туда пойдет. Могут быть коррекции. Но вот, в принципе, вот этот уровень, он вполне даже может быть достигнут. Тем более, что, видите, здесь такая зона консолидации была. И сюда цена очень даже, вероятно, может прийти. Рубль немножко вроде укрепляется сегодня. Но, опять же, в связи с некоторым ослаблением американского доллара. По отношению к евро не так сильно укрепляется, но тем не менее тоже укрепляется. И вы видите, вот действительно я вчера показал уровень, до которого цена может дойти. Вот она действительно до него дошла и сейчас отталкивается и по евро, а вот по американскому доллару, видите, немного не дошла. Но это тоже не говорит о том, что не дойдет, может дойти и уже оттуда более ощутимо и значимо пойти в коррекцию. Если какие вопросы у вас, пожалуйста, задавайте. Ну вот видите, какие-то движения очень резкие, очень мощные. К сожалению, не везде удается зайти. И вот сейчас пока, вот на данный момент времени, что могло пока на данный момент отработать, отработало так, что зайти было нельзя. Очень просто резко отработало. А то, что назревает, вот оно назревает, оно еще не назрело. И сказать по этому поводу пока еще можно только предварительно. Поэтому на данный момент ни одного просто сигнала какого-то отчетливого, такого надежного и интересного в плане захода я пока не вижу. Вот. Даже вот смотрите, по канадскому доллару, как бы войти-то можно, вопрос в другом, а где стоп-лосс здесь ставить? Вот это самый интересный вопрос. Потому что да, то, что цена должна пройти до уровня 1.2835, вероятность очень высокая. Вопросы. Вот хорошо, вошли. А стоп-лосс куда ставить? Вот не сюда же, не за самый же максимум. Поэтому, ну, что тут говорить. То есть не самый интересный для торговли это сигнал. Новозеландский еще ничего, австралиец тоже вот-вот-вот, но пока еще ничего. По иене тоже надо ждать отката. По франку тоже еще пока, видите, в стагнации находится цена. Британский фунт. Я думаю, что он может еще немножко обновить максимум и потом уже развернуться. Либо прямо сейчас, но при пробитии вот этой зоны консолидации, как минимум. Вот есть зона консолидации, вот
не раньше, чем она будет пробита вниз, можно будет что-то рассматривать. Ну и евро-доллар тоже. Я думаю, что он немножко еще пройдет вниз, потом ждем коррекции, и уже от этой коррекции нужно будет искать заходы. Ну а по евро-франку похожие ситуации, ждем коррекции отката, и потом от отката можно будет попытаться зайти на sell. Так. Вот по евро-доллару, Виктор, вот только что я повторил как раз. Вот есть восходящее движение. Целевой уровень 1.1482, а даже 1.1494 достигнут, но 1.1482, вот видите, тела не зашли за него. Вот. И сейчас рынок откатывает. Откат, коррекция, но если все будет нормально, если не будет такой соплей вниз, надеюсь, ничто не будет. Откат, коррекция, и вот от отката надо будет ждать. Но это будет уже, скорее всего, не сегодня. На фунте, так, сейчас, повторить по канадцу. Вот по канадцу я сказал, что, видите, цена уходит, вчера она ушла. Я ожидал, что, думаю, здесь будет какой-то треугольник восходящий. Нет, она прошла вниз, пробила, достигла опять уровня, и вот на нем сейчас, по сути дела, болтается. Но, видите, минимум был прошлый пробит, и вот единственный уровень остался, к которому-то нам будет стремиться, это 1.2833 или 1.2820. Или даже 1.28. Просто формат крупный. В районе 1.28. Вот этот вот. Плюс-минус там 30 пунктов. Цена может здесь, в этом районе, еще сюда приспуститься и потом уже начать какую-то коррекцию. Ну вот говорю, как торговля, это не самый удачный момент, потому что непонятно, куда здесь ставить стоп-лосс. Вот. Так, на фунте аж один флаг. Нет, здесь не флаг. Потому что, понимаете, флаг, он возникает как нормальная древка. Вот флаг. Флаг был здесь на 15 минут вчера. Вот, видите, древка, полотнище небольшое и выход. Единственное, только перед уровнем я сказал. А здесь, где же здесь флаг? Вот, извините, вот такое древко и такая маленькая тряпочка на нем, но это несерьезно. То есть, все-таки размер древка и размер полотнища, они должны быть немножко как бы соизмеримы, что ли. Опять же, не на H1 тут ни в коем случае, ну там на H4, ну хотя бы. Ну и то, я думаю, что после таких сверхкрупных таких движений, едва ли цена вот так вот столько же еще так сверхкрупно там и далеко пойдет. Теоретически, конечно, быть может все, но практически я все-таки жду какого-то более серьезного здесь отката, потому что до этого отката едва ли можно что-то сказать. Британец, японец, сейчас посмотрю, есть ли он у меня. Фунт иена есть. Так. Сейчас я все линии лишние уберу с него. Так. Вот по недельному формату видно, что восходящее движение уже начинает тормозиться. И сейчас может в недельном формате возникнуть, может быть, даже фигура голова и плечи. Теоретически такое быть может вполне. Как-то так примерно. И вот линия такая здесь будет. Может, собственно, почему бы и нет. Вполне даже может. Но сейчас, видите, движение здесь не завершено. Куда оно будет, еще сказать трудно. То есть это, пока этот сегмент не отрисовался, сказать здесь ничего нельзя. По четырехчасовому формату здесь тоже никаких конфигураций пока, которые дали бы направление, я здесь не вижу. Был треугольник, но это было не сегодня. Вот он здесь, треугольник нисходящий был. Вот. Вот такая штука здесь была. Вот. Ну, видите, все отработало, как видите, наверх. Поэтому что тут говорить. Сейчас пока я здесь по британцу, японской иене ничего не вижу.
ничего такого отчетливого, чтобы сказать, что да, действительно, здесь было движение, и вот оно пойдет в таком-то направлении. Вот уж как бы все тут. Для коррекции очень сильная свеча. Но единственное чего, если сейчас мы все-таки ожидаем некоторого восходящего движения, да, здесь можно отстроить канал вот таким вот образом. Вот. И уровень по этому каналу. И ждем его пробития вверх. Вот только так. Например, сказать, что здесь неудавшийся размах, вот эта вот штука. В принципе, сейчас я промерю только, так, сколько здесь коррекция? 50%. Так как бы, в принципе, может быть, единственное, для размаха не сильно характерны такие вот очень мощняцкие движения. Вот. Так, по конфигурации чем-то похоже, но уже на размах, знаете, чем не похоже вот в данном случае? Потому что размах, если мы говорим о том, что это неудавшийся размах, длинная волна, неглубокая коррекция, обратно глубокая, пробитие линии, то вот есть уровень, вот уровень вот этой точки, которого в неудавшемся размахе цена достигает в самую первую очередь. А здесь, видите, он уже не достигнут, и возникло обратное движение. Поэтому я не стану здесь говорить о том, что это размах, потому что он ведет себя, скажем, нехарактерно. И для него не характерно слишком мощное движение в этой волне первой, и для него не характерно отсутствие там, первоначального движения вот к этому уровню. Поэтому я его убираю и пока вот оставляю только возможность восходящего канала. Вот, у нас до конца трансляции 2 минуты. Если есть у вас какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Я пока вот такую заставочку ставлю. Вот. Ну вот такая ситуация сегодня выжидательная пока у нас с вами получилась. Поэтому давайте будем смотреть, что происходит дальше и работать в этом контексте. Те, кто, кстати, был на мастер-классе вчера и позавчера, вам предлагаю самим искать те графические протоформы, о которых мы говорили за эти 2 дня, разрисовывать их, и давайте будем их наблюдать вместе, как они работают. Вы мне тоже в чате пишите, где чего нарисовать, если я даже что-то упустил. Ну, бывает, просто смотрю много на что, и некоторые вещи могу упустить. Вы мне просто ориентируйте, где чего, и будем вместе рассматривать. Потому что некоторые вещи я прям сразу вижу, некоторые вещи просто чисто как-то от внимания ускользает. Вот я могу забыть по каким-то парам. Да-да-да, торговля пока. Согласен, Дмитрий. Ну вот что делать? Ситуация такая, что, видите, что-то образуется, но оно настолько резко выходит оттуда, что, по сути дела, да, торговать. Не только мы ждем. Я думаю, многие ждут. Вот эта торговля бешеная, которая ведется, она многих приводит к потерям из-за того, что вот как бы влезают хоть куда-то. Но, знаете, вот наша работа, к сожалению или к счастью, я не знаю, сродни работе снайпера, когда он ждет, а потом видит цель и уже не промахивается. Вот. Поэтому лучше подождать, потом очень удачно зайти и получить хороший профит, нежели чем колбаситься с рынком, то в плюс, то в минус, то в плюс, то в минус, и в конечном итоге с тем же результатом или с худшим результатом до какого-то времени дойти. Выбирайте сами, как говорится. 15.300 статистика по США. Ну, да, может быть. Что-то выстрелит, наверное. Посмотрим. В принципе, видите, ситуации предразворотные, они уже есть. И поскольку эти предразворотные ситуации, они есть, я думаю, что сегодня эти развороты уже вполне могут начаться. Вот завтра может быть коррекция по отношению к этим первым, так сказать, волнам разворота. А в понедельник все, мы уже можем пойти в обратную сторону. Не исключаю такую возможность. Разворот, как правило, происходит в течение 2 дней. Если мы берем часовые форматы графиков. Ну что ж, ладно.
Приятно было с вами пообщаться. Сегодня вечером занятие будет по тестированию торговых систем. И если кому интересна эта тема, это занятие бесплатное, вы можете посетить в 18:30. А через полчаса занятие по сервису PumpShot, тоже очень интересная возможность, которая, если вы собираетесь торговать, она позволит вам, правильно воспользовавшись данным сервисом, иметь замечательный финансовый рычаг. И если вы на самом деле хорошо работаете, то данный сервис может вам позволить как бы потенцировать ваш торговый результат за счет средств инвесторов. И при этом вас не нагружают лишними заботами по переговорам с инвесторами и прочее, прочее. Ну, в общем, я более подробно об этом буду говорить через полчаса в разделе «Сервис PumpShot». Удачи всем! С вами был Алексей Кузнецов. Ну, до следующих встреч и с кем-то до завтра.